Всем привет, друзья! И вот последнее время в американской прессе, да и в европейской, проскакивает такая тема, что якобы контрнаступление, которое возможно будет, а возможно не будет, якобы ни на что не повлияет. Да и вообще американцы в своей прессе пишут, что якобы Украина и не готова к контрнаступлению и сомневаются в его результативности. Я лично считаю, что это сделано для того, чтобы, вернее, пишется и говорится для того, чтобы, если украинская сторона провалит так называемое контрнаступление, то чтобы, как говорится, были запасные ходы у американцев, которые скажут: а вот мы говорили, мы предупреждали, какой с нас спрос. Это типа сами власти Украины провалили то, что задумали. Это мое такое мнение. А вы вот так считаете? Напишите в комментариях.